29 октября был Всемирный день псориаза. В областном диспансере прошел день открытых дверей. Пациенты с кожными заболеваниями получали консультации и лечение у квалифицированных врачей. Отметим, что по всей стране более 360 тысяч человек страдают хроническими кожными заболеваниями. Они периодически проходят обследование и получают нужные им лекарства бесплатно. Благодаря Международной федерации псориаза отмечают во всех странах мира. И поэтому вот сегодня тоже решили не остаться в стороне и провести день открытых дверей. Наша цель, чтобы как можно больше людей, получается, узнали об этой проблеме, что такое псориаз вообще, как его лечить, как предупредить. И вместе сообща, получается, мы поможем решить эту проблему. Наблюдаюсь у врачей 25 лет. Сегодня узнала по объявлению, что день открытых дверей пришла. Я очень благодарна медсестрам, врачам, потому что они по много лет работают. Они знают наши проблемы больных. Мы им доверяем.